Всем привет! И сегодня наш человечек Роблокмен отправится в межгалактическое путешествие. Интересно, мы можем это одеть? Или мы это должны одеть? Нет, не можем. И как вы уже поняли, мы будем строить базу и сражаться против других игроков, ну и все в таком роде. И нам вначале дают вот такой вот супер-мега-электрический пистолет, в котором ограничена зарядка. И вот такой вот меч, который у меня почему-то не работает. Не знаю почему. Короче, пошлите на нашу базу заново. Начнем хотя бы строительство. Ставим первый дроппер. Так, тыкать здесь надо и что-то? Нет, не надо. Это уже хорошо. Вот они, наши кубики летят туда. И, кстати, они сразу по 6 нам дают. Это довольно-таки прикольно. И, кстати, где еще один дроппер? Только не говорит, что он с той стороны. Да, он с этой стороны. И он железный. Ну, так написано, по крайней мере. Айрон — это железный. А, нет, это значит, он железо пускает, что ли. Мультиплеер. Ладно, он больно дорогой. Потом его куплю, я лучше сначала стенки куплю. Стенки покупайтесь. Сезам, стенки купитесь. Так, ладно. Что теперь? 220, там 300. Да, придется снова нам улучшать наши... Хотя не, я уже дождусь мультиплеера. Всего-то чуть-чуть подождать. И что это за мультиплеер такой? Это не тот мультиплеер, о котором я думал. Это мультиплеер, который удваивает. Оу. Серьезно, столько двое. Нельзя, чтобы кто-нибудь еще пришел, а? Ведь прикольно, ведь это ведь Тайкон. Кто его не любит? И вовсе не любит. Так, купили это. Теперь нам нужно купить вот это. И это у нас дверь, которая стоит целых 600. Но ничего, потому что у нас уже есть... Ребята, кто-нибудь хочет получить мечом по башке? Ну, по голове. Потому что я вооружен и опасен. Хоть я и не могу двигать этим мечом, я все равно вооружен и опасен. Поймите меня. Это моя работа, быть вооруженным и опасным. Кстати, я смогу перепрыгнуть, значит, если ко мне придет тут вот тот... О, еще один пришел. Желтенький. Вот так вот, отлично. Теперь... Агась. Идемте покупать дроппер. Сколько это там стоит? 1200. Даже стены меньше стоят. Что это такое? Ладно. Купим стены. Нет, чё. Зато теперь к нам никто перепрыгнуть даже не сможет. На джетпаке сможет перепрыгнуть. Это ж логично. Угу. 1200. Вооружен я и опасен.
вы ко мне никто не приходите. А то вас я уничтожу, ведь я вооруженный и опасен. Я вооружен и опасен. Есть. Дроппер, надеюсь, я не зря на тебе так много копил. Написано супер. Не сказать, что отличия такие большие, но есть. Кстати, что это? Это еще 200. 3200. За 1200, короче, покупать будем. Давай, 200-ка. Выручай. Все, пошлите. Что... Написано вроде бы, это как его там? А, нет, стоп, это стенд. Я думал, это стейрс. И что это такое? Спейс джуса? Оу, 2000. Не, я думал, он то так окуплю. Что, горка? Зачем горка-то? Уи! Ничего не понял, но мне весело. Я маленький ребенок. Чувствую себя ребенком. Что это? Ой. И что, я никем не стал? Ничего не понимаю. Как того стать? Чувак, или ты просто для красоты здесь стоишь? Или для исследования? Не знаю. Ладненько, ладненько. 2200, значит, он остался. Я вооружен, я опасен, я пошел даже против крастоления. Хоть это очень-очень трудно. Это очень долго. Это легко, но очень долго. Давай, давай. О, теперь я пошел против зеленой линии. О, желтый ушел, розовый пришел. Кажется, это не сплошный плюс. Пошлите покупать нашу тако, как там написано. Написано бронз. Бронзовая тако? Это же награда, бронзовая тако! И что? Я могу на него покликать? Бронзовая тако, давай мне денег. Бронзовая тако, давай мне денег. Стоп, а что если оно реально тебе ничего дает там? Не, навряд ли. Мы выглядим прикольно. Бронзовое тако. О, бронзовое тако. Я молюсь тебе. Бронзовое тако. Сделай так, чтобы у нас все было очень хорошо. О, бронзовое тако. Спасибо. Это я сделал все, что мог. Прыганье! Самое лучшее, что есть на свете. Ладно. И это у нас. Супер! Что это такое? Не понял. Я вообще космолет ожидал. Ладно, вроде бы он денег там много дает. Да, вроде бы много. Теперь нужно накопить 3000. Как же это долго, как же это скучно, как же это мутно. Пойду нападу, что ли, на кого-нибудь.
Я пришел не с миром. Я пришел не с миром. Кто-нибудь будет меня атаковать? Я пришел не с миром ведь. Я ведь не с миром. Ну давайте, я ж без мира пришел. Ах, безнадежно. Самый глупый. Чтобы у нас еще красный есть. Уже нет. Ой, глядите-ка, какой меч получается у нас. Ой. Блин, ну мышка не могу показать. Ну вот оно. Я лучше это уберу. Ну что, сделай. Уберем законы физики в этой игре. И пойдем как глупый человек. Не по красный, как нормальный. А по зеленый, как глупый. Стоп, почему я не прыгаю? Прыгай. 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 Прыгай до того финиша. Ты должен допрыгать до финиша. Совороленок. Давай, юный ребенок. Сделай это. Ой, я забыл, у меня что-то дела есть. Ладно, я вот насчет этого пошутил. Ну и сколько у меня? 5000! Ура! Быстрее покупай дропперы. Пока я их тупо не истратил. Тем более уж это мега... Вы надо мной смеетесь, да? И зачем этот апгрейдер мне сейчас? Почему я настолько глупый? Почему я настолько глупый, что не заметил это за 100? Так вот как живется всем космонавтом. Все. Больше никогда не захочу стать космонавтом. Я не хочу сейчас. Супер дроппер. Копер, дроппер, шлепер. Осьминоги. Пошлите покупать второй этаж. А то мне уже надоело. Быть на этом этаже. Ух ты. Ничего. Уи. Лайк? Ну что, серьезно? Лайк? Лайк, босс? Лайк поставь и подпишись на канал. Стоп, у меня одна карта. Я думаю, мне тоже 10 карт. Пошлите вниз. Зачем я вообще сюда поднялся? Наверное, чтобы посмотреть цены. Такой дурак смотрит цены. Он их не смотрит. Он бесится от них. Так бы это было что-нибудь нормальное. Ух ты. Я красный. Хотя нет, я ведь синий. Я синим хочу быть теперь. Я красный Аллахаб. Я красный старик Хаттабыч, который готов уничтожить человечество. Он ради этого и прилетел сюда, вот с этой пушкой, которая заряжена на 200%, чтобы уничтожить все человечество. Ладно, я что-то переборщил. Потом он поймет, что он переборщил. Я уже это сказал.
катаемся! Стоп! Что я так прыгаю-то высоко? Это эффект космонавтов! Это ж Луна! Или что это вообще такое? Логично сказать, это космос. Да, так правильнее всего сказать. Это космос. Лазер дропа. Ух ты ж. Вот это себе. Вот это ничего себе лазерный дропер. Он, наверное, там целые тысячи несет нам. Ладно, не тысячи, но много. Кстати, чувак, ты что за чувак? Почему ты здесь? И почему я не могу стать тобой? Почему ты такой мускулистый? Может быть, ты у меня для анализов? Пришел сдать анализы? Давайте сюда их. Спасибо. Дайте к вам проникнуть, чтобы забрать ваши анализы. Ох ты ж. Ладно, у меня не получается. Этот мини-эффект. Не смотрите на меня так. Так и должно быть. Понимаете? Так и должно быть. Здравствуйте, старый Хаттаб. Здравствуйте, старый Хаттабыч. У меня не работает меч, чего вы боитесь? Я всего-то по вам стрелять буду. Всего-то стрелять буду, понял? Пока. Межгалактический красный дрон выполнил свое дело и пошел в дом. Берет это и покупает супер мега лайтинг дропа. Ух ты! Мы земляне в будущем, мы владели лазерами и силой молний. Ого, вот это молниеный дроппер. И теперь понимаю, почему он молнией. Вот это он быстро, конечно. Мне нужно еще 10 тысяч. Это паркур мастер. Победа. Прости, голубой. Ой, прости, зеленый. Прости, синий. Да простите вы все. Ладно, это скучно. Ой, мне только что показалось, что у меня 19 тысяч. Почему мне это показалось? Почему это не всерьез? Мне бы 19 тысяч, знаете, как бы прыгало. Понятно, почему у меня здесь запор. Ребята, у меня запор. У меня кубиковый запор. Кубики, давайте, я вам помогаю. Давайте, вот так. Вот так вот, пролазите, собирайтесь. Угу. Все отлично. Так, стоп. Упрыгаем. Так, 10 тысяч. 15, 7. Не, конечно же, 1000. Что за... О, я теперь модненькая. Я падаю. Стоп. Мы же экспериментаторы, мы должны... Кстати, как мне туда попасть? Ведь какой-то гигантский супер-мега. Ой, ах да, нужен же джетпак, чтобы туда долететь. Как... Ой, зачем вы сюда добавили? И мне стало скучно. Чувак, привет. Тебя впустить? Ты уверен? А тебя невозможно впустить.
Здесь нет кнопки выключения. Может быть, я давай тогда выйду. Привет. 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 Хочешь, расскажу шутку? Эй, а почему у тебя жизнь не отнимается? Скажи мне. Всем привет! И сегодня мы будем играть в Roblox Bird Simulator. Птичек симулятор. У нас пока что открыт только... Так, а, это понятно, это покупки. У нас открыт пока что только воробушек. Ой-ой-ой, я не прочитал там ничего. Ой, мы можем играть вот так, вот так, вот так, вот так. Ой. Ура, мы летим! Идем у нашей птички. Привет, птичка. Ой, это звуки его. Ой. Полетели, воробушек, привет! Как у тебя дела? Мне нужно лететь к своей. Нужно искать семечки. Пить водичку. Уи. Уи. Дайте семечку мне, дайте мне семечек. Или жучков, или паучков. Кто-нибудь. А ты семечек или жучков, или паучков. Семечки, жучки или паучки, еда моя. Вы поймите меня, мне есть нужно. Уи, 5 минут полет нормальный. У меня второй левел, и что? У меня монеты теперь больше. Я смогу открыть новых птичек. Опа, цветочки. Я могу вас есть? Нет, мне жучки нужны. Мне нужны жучки. Еще раз вам повторяю. Неужели это жучок? Это семечко, которое мы можем съесть. И повысить свой голод до максимума. Уи, привет, пернатый друг. Ой, пернатый друг, ты где? Пернатый друг. Дружочек пернатый, ты где? Уи. А как здесь, так сказать, новую птичку выбрать? Как? Не знаю. Ну, короче, просто полетели. Ищем орешечки всякие разные. Секунду. Вот, например, насекомые. Вот же коровка называется, которую мы съедим. И мне срочно нужна вода. Быстрее к воде! Уи! Пьем, пьем и едим. И быстрее мы летим. Еду ищем. Еду едим. Остальное... Я не знаю. Жучок! Паучок! Паучок! Паучок, дайте съем. Уи! Мы летим. Там тоже какая-то птичка. Надо быстро лететь к ней. Воробушек, ты как так ускорился? Уи, воробушек, привет! Братан, братишка! Братишка, привет! Братишка, ты куда?
Уи, братишка. Братан, братишка. Ура, братишка. Братишка, ты куда? Я лечу за тобой. Я ищу еду и... одновременно. Уи. Ищем бабочков. Ух ты. Ух ты. Вы что, благословите своего орла? Орел. Орел, дай мне тебе тоже поблагословить. Орел, если бы не ты, мы бы все давно бы умерли. С тобой не все в порядке. Дай я тебя вылечу. Ладно. Орел! Орел! Сейчас полетит! Почему я не могу лететь? Ах да. А, летим! Я единственный, кто догадался о планах этого орла. Хочет нами позавтракать. Летим! Летим! Мой хвостик раз развивается! Быстрее летим! Быстрее! Быстрее! Оуть! Привет, суслик! Как дела? Нет, мне реально сейчас нужна еда. Еда, ты где? Ау, еда! Орел здесь! Бежать нужно, бежать! Ну, реально, где еда? Еда! Еда, это где еда? Это где еда? Еда, еда, еда. Еда! 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 Нормальная еда. Ты где? Я проголодался уже очень сильно. Орешек или хотя бы одна маленькая букашечка, дайте мне. А, это гигантский мой минус. Я еду теперь найти не могу. Еда, еда, еда. Ребят, хоть можешь мне еду принести? Я хочу по... Стойте, братюни, подождите еду мне найдите, пожалуйста. Покажите, где еда, я очень голоден. Цветочек. Орешек. О, нет, тут тоже цветочек. Нет. Почему все так столько плохо? Где еда? Куда вся еда подевалась? Я не могу жить без еды. И, кстати, воды чуть-чуть попить надо. А, пожалуйста, пожалуйста, я бессилен. Дайте мне орешек. Неужели это грибочек? Может быть, я могу его съесть, а? Пожалуйста. Еду дайте мне. Я обессилен полностью. Я останусь умирать здесь. Я останусь здесь умирать. Нет, я не хочу умирать. Дайте мне еду. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И лучше упрощу себе смерть. Я все равно не найду еду. Все равно не найду еду. Уи! У нас открыта непонятная штуковина. Какой-то мод. Супермеговский. Ну и что это за мод такой? Мод, где мы... Все нормально. Я ничего не понимаю, говорю вам.
Вам честно. Самое главное найти еду, а найти еду очень трудно. Вот почему я лечу внизу. Чтобы ее увидеть. Еда, самый главный источник еды. А вода, самый главный источник воды. Это ж логика. Логика. Да почему ты ешь цветы? У меня бы такую способность. Но я могу есть только эти маленькие, противные семечки, которых почти нет. Вот бы кто-нибудь их выкинул. Вот бы человека найти. Не, было бы реально прикольно найти человека. Если бы он здесь вообще был. Уи-уи-уи. Этот человек, наверное, будет охотником, поэтому надо будет держаться человека подальше. Не, ну, наверное, будет два. Ну, можно добавить два типа человека. Тот, который тебя кормит, и тот, который в тебя стреляет каждый день. Неужели это семь? Да вы издеваетесь. Где мои семечки? Где они? Где мои семечки и жучки? А, жучок, жучок, неужели это ты, жучок, паучок, да я тебя съем, жучок. Полегчало на душе. Жучок, неужели я впервые за несколько секунд нашел жучка? Еще один жучок, да что же это за везуха такая? Жучок, не ешь жучка, это мой жучок. А съешь, тебе плохо будет. Когда-нибудь. Не могу поверить, я за несколько секунд нашел... Еще и орешек и нашел! Нет, это божья коровка, но все равно жучок! Как я обожаю этот мир теперь! Уи! 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 Ура! Уи! Кажется, я съел всех. Зачем, не понимаю сам. Еще одна божья коровка. А, нет, это вот это уже орех. Но все равно у меня так много еды теперь есть. И кажется, я... ой, блин. Мне показалось, это антенна, это деревья. Ладно, больше мне делать нечего. Как находить еду, пить воду и все остальное, и умирать. Короче, я сделаю так. Я закончу, потому что здесь нечего делать больше. Это я показал вам, как нужно выжить в дикой природе. Улыбнись. Уроки улыбания. Улыбнись в камеру. Да что ты улыбаться-то не хочешь? Улыбнись в камеру. Молодец. Всем пока! 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 Всем привет! И сегодня мы играем в Roblox майнинг симулятор. Ой, какой симулятор, Тайкон. И вот, видимо, наша шахта. Такая маленькая и беззащитная, в которой еще ничего почти даже нету. Купайся. Ах, да, я забыл обозначить, что это мое. Это мое. Мое дом. Моя дом. Так, здесь ничего бесплатного нету. Нету. Так, здесь 500 за... Ух, так вот зачем факел? О, нет, фонарик лучше. Хотя нет, знаете что? Я не знаю. Так, короче, просто покупаем первый. Ой, земля! Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе. Земля. Земля в иллюминаторе.
А не, я лучше как реальный шахтер пойду вот с таким факелом, и здесь ничего нету. Блин, я лучше с фонариком пойду. Я испытывал страх и ужас темноты. И теперь у нас есть стенки, и теперь они, надеюсь, не провалятся. Теперь у нас за 500 появилось, за 100, за 200, за 100. Что? 2 за 100? Это замечательно, идемте убьем кого-нибудь. Ох ты, это что, тоже мое? Там кто-то стоит, и, видимо, кому-то нужны проблемы. Вот, блин. Ему-то нужны проблемы, да? Да, да, да. Я тебе сейчас покажу. Это не у меня проблемы, а у тебя. Ой, какая прозрачная водичка приятная. Ой, это тоже наша? Здесь мы тоже можем будем собирать. Пошлите туда быстрее. Пока этот супер-мега-майнер нас не убил. И не закончил нас. Ты кто такой? Ушел отсюда. Или это за нас всех? Ух ты ж. Это лучше делать с факелом. Знаете что, я лучше потом сюда пойду, когда мне понадобится это. Пока что я включу фонарик. Эй, чувак, выпусти меня отсюда, ты. А, понятно, что ты хотел сделать. Та-та-тан. Ты хотел много. Первое. Второе. Опа, здесь что-то появилось. Здесь вот это появилось. О, это уголь. 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 Это дорога. Га-га-га-га-га. Это уголь, а это дорога. Здесь и стоит 700 и 500. 500, 700, 500, 500. И 200. В основном все стоит 500. Фонарик у меня сейчас есть. А здесь, если что-нибудь недорогое, нет, здесь все дорогое. Соб, здесь я еще не смотрел, но здесь все тоже очень дорогое. Поэтому я ухожу. И мне остается совсем чуть-чуть. Есть. И теперь мы по... Ах, зачем мне это? Зачем? Ну ладно. 500. Теперь нужно ждать 500. А пока я жду, я захожу в страшное место под названием не знаю куда. Чтобы, может, здесь есть что-нибудь недорогое, а? 500, 500, 500. Здесь тоже все по 500. Вы издеваетесь. А, вот же лестница. Лестница, лестница. Привет. И реалистично себе он факел. И спускаемся в страшное место. И почему фонарик не включается? Где я? Кто я? А здесь ничего даже и нет. Ничего, я тогда пугался. А, я пугался темнотой. А, здесь скелетоны. Мне нужно ресетнуться. А, быстро ресетуемся. Пока я не видел здесь телефона, пока у меня инфаркта нет. Что вы хотите?
Все нормально. О, кстати, у нас сапфировые. Сапфировая шахта. Так, берем это и покупаем первое, что видимо. Я вижу вот это. О, это удваиватели. Это как раз то, чего мне не хватало. А чего мне не хватало? Мне не хватало удваивателя. А когда будет уже это 750? Когда же наступит этот величайший миг? Когда же наступит величайший этот миг? Чуть-чуть, есть, быстрее, у нас сейчас будет это, как его там, железо, вот оно, железо, которое удваивается, и становится вдвойне железней. 1000, так, ну там 500, но это мне не нужно, поэтому можно считать, можно копить 1000. Пойду схожу к кому-нибудь. Ладно, здесь и так почти никого и нету, кроме меня еще как кого-то, кто тоже любит шахты. Я снова сюда прихожу. Почему? Есть! Я выбежал, у меня в 2,25. Не, я быстрее в 25 раз. Ой, привет! Ты заблудилась? Хочешь, покажу тебе? Пожалуйста. Уи-уи-уи-уи. Побьем 1000. И мы почти накопили. Так, 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 так. Теперь вот это. Почему у меня ж... я вот это купил случайно. Ничего. Я бы это и купил, если бы я заметил. Ладно, потом вот это купим. И, в принципе, здесь совсем будет покончено. Ну, кроме этого и вот того. Так, и что это нам дало? Что-то... еще там есть что-то за 1000. Кстати, я сюда как-то могу пройти. Стоп, за 10 000 вы издеваетесь? Серьезно, за 10 000? И снаружи у меня много всего. Ладно, пойду вот эту куплю.
Наконец-то набираются деньги очень быстро. Куплю вот это. Что это? О, это палатка, которой нельзя спать. Можно на нее посмотреть и запрыгнуть наверх. Так, а еще у нас здесь есть вот это вот барьерчик. Что? Барьерчик? Серьезно? Всего-то один барьерчик? А еще барьерчик. Еще один барьерчик. 1000, 2000, 25 000. Еще у нас есть вот этот вот заборчик, который не будет сюда пускать других заборчиков. Нет, почему он будет сюда их пускать? Потому что у меня нет двери. Ладно, мы это исправим в скором времени. И у нас появится дверь. Покупаем вторую палатку. И все. 2500. Ой, фонарька сюда идти нужно. Это вообще 5000. Нужно идти на ту гору. Вверх. Представьте себе, представьте себе, представьте себе. И вот как раз мы купим вот это и вот это. Так, это лесенка, с помощью которой нам не надо будет прыгать. А это обычный ящик. Ух ты! Ух ты! Я нашел какую-то лаву. И мне это очень не нравится. Если ходить медленнее. Где я? Кто я? Где я? О, еще кто-то пришел. Привет, любитель шахт. Так. Теперь срочно. Нужно идти за быстротой, потому что... Наконец-то я бегу быстро. Ну, наконец-то, о господи, спасибо. Так, и кстати, что это за лава, которую я нашел? И с помощью которой я умер? Все полностью заглючило. Где я бежать быстро? Так. А, здесь еще 1500 что-то есть. О, мне целых 5000. Быстро. Теперь ты идеален. Так, 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 10000. Стоп, там лесенка попали. Кадру нельзя залезть. Можно вылезти. Опять пошлите покупать деревья наши. Деревья, деревья. Вот так нам идет сюда войной. Ах ты ж. Ты, кстати, тоже сохранился здесь. Сохраняйся, маленький ты. Сохраняйся. Молодец. Если ты вообще сохранился.
Шутка не дошла, не дошла, не дошла. И что теперь мне делать? И что теперь мне покупать? Что теперь мне делать? И что теперь покупать? За 2500 какой-то можно купить. Стоп, а мне 3000. А, это мы игру что ли строим? Необычно, но реалистично слегка. Я настолько медленный, что у меня там, по-моему, 5000 скоро созреет, и я стану супер-мега быстрым. Почти самым быстрым человеком на свете. Ладно. Фатил, фатил, фаси меня. Сделай так, чтобы изышел сатана. Факел, факел, спаси меня. Сделай так, чтобы от меня изыла сатана. Изыди, сатана. Чуть-чуть. Фонарик я включить забыл. Фонарик я включаю всегда. Ой, еще 300, быстрее мне нужно стать супер-мега быстрым, чтобы убегать, если что, от опасности. Ну быстро. Фонариком бежим сюда. Все, наступаем на эту желтую штуку. И убегаем отсюда. Ого, вот я стал намного быстрее. На очень много быстрее. На очень много. Уи. И раз, и два. Уи. Нет, стоп, сколько мне там нужно? Уи. 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 Привет. Приятель, у тебя здесь есть что-нибудь классненькое? Кстати, у него здесь есть ход наверх. Ой, на котором начинается водопад. Уи! Это так мило! А, мы что, с водопада спрыгнули? Ладно, ладно, Елисей, ты не боишься ничего. У тебя есть факел. И здесь ничего нет. Говорю же, ты не боишься. А, как же долго ждать. Как же долго мне еще тебя здесь ждать? Мне еще 5000 нужно, пойду-ка я нападу на какой-нибудь жертвы твоей. Пойду и нападу. У меня есть меч, а у них нет ничего. Так, ну и где ты? А, на. One kill. Так же и меня мучили, чувак, не волнуйся. Ну все. Я их разозлил. Бежать. Они, кажется, пошли объединяться. Стоп, это стоило 1000? Вы издеваетесь? Стоп, а зачем мне кирка? А! Я знал, что они мне захотят отомстить! Я знал! Кстати, что мне ломать придется-таки?
Пошлите-ка под шахту. Не работает. А где поработает, а? Так, мне не сюда. А здесь вообще дверь как-то сделать можно? Давай, 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 есть, есть! Есть, у нас бронза теперь есть. Ну. Вот она, бронза пошла. Наша маленькая, миленькая бронза. Копать, 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 копать. Все на свете. О, 1000 всего. О, уже 2000. А, кстати, сколько там нужно? Я забыл. Посчитать. Ой-ой-ой, как лагает. Как лагает. О, просто целый поток я задержал. Сколько, просто тупо скажите, сколько? 15. Я купил что-то. Я что-то купил, не так. Не знаю. Четыре, семь. Я лучше 7500 наберу, потом уже 4. 7500. Ой, здесь еще что-то осталось. А, это 15000. 7500. Или 5000. 7500. 7500. Только я не понимаю, зачем. О, может быть, вот это добывать? На. Да вообще зачем это? Да, вот зачем. Еще 1300. 300. Ой. Еще 1000. Целая 1000. Ладно, сколько там скрытельниц? 50000. А, мне показалось. Все, быстрее. И что я получила? Вот именно, я ничего не получил. Проклятая эта штука. Не, стоп, они стали быстрее, так? Или нет? Я не знаю. Я могу знать только одно. То, что я не знаю ничего! Короче, пойдемте кому-нибудь поможем для разнообразия. Ой, ручеёк, как я тебя люблю. Чувак, не волнуйся, тебе помогу. Я что-нибудь тебе раскопаю. Нет, я не буду. Меня вообще вот. О, вижу тебя тоже. Дайте найти что-нибудь. Ничего не понял, но пока. Факелок, факелок, факелок. Факелок выручает. Эх.
как не хочется, ну ладно. Единственное, что я могу сделать пока что... Фух, побыстрее бы, у меня было 15 тысяч. Побыстрее бы! Ладно. Всем привет! И сегодня мы играем в Super Heroes Tycoon. Ну, куда без него? Спайдермен. Ай, меня уже начали убивать! За что, чувак? Это кажется. Дэдпул, а я где? Я Доктор Стрэндж. Блэк Пантер, Супермен, Дэдпул. Флэш. Стоп, Доктор Стрэндж же занят. Да, Доктор Стрэндж занят. Ай, ну не надо, пожалуйста. А и где мне быть? Просто скажите мне. Здесь не могу. Нет. Нет. Я больше никем не могу быть. Спасибо тебе, тот, кто вышел. My name is Черная Пантера. Спасибо вам сразу за 135 монеток. Хотя это меня не спасает. Ай-яй-яй, у меня даже оружия нет, за что? За что ты ходишь и всех убиваешь? Так мне тесно. Так мне честно. Ты знаешь слово нечестно? Тилка, я говорю. Да, у меня даже меча нету, вы что? И мне сражаться даже нечем. Да что вы издеваетесь надо мной? А вот что, задание убить меня, что ли? Пожалуйста, не надо, я сделаю все, что ты заходишь. Пожалуйста. Нет, пожалуйста, нет! Ребята, слушайте, когда я улучшусь, говорю вам, я отомщу вам. Вот говорю, отомщу. Без каких-либо. Не знаю. Это по-вашему апгрейд? Wow.
Я так зол. Так зол. Мне бы 1000 побыстрее бы набрать. Мне бы второй этаж. Да, да за что? Что он такого сделал? Оставьте меня в покое, пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Облегчение меня никто не пугает и не убивает. Это так меня радует. Ладно, продолжаем. Мне нужно еще 80. Ладно, чтобы вот этот вот ко мне не зашел. Ко мне кто-то зашел. Мегадроппер. И что я получил вот этим вот? Один мегадроппер. Ай. Фу. Почему эта штука настолько сильная? Не понимаю я. Она меня уже сколько раз там пыталась убить. Ладно, не пыталась, даже убила. Сколько раз? Не слышу, раз 1000. Ай, никому сюда нельзя, потому что я всех знаю. Что? Настройки. Ой. 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 Вот если у меня будет друган. Да я уж искать буду. Я дроппер в первую очередь. Да. 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 Прикончу всех. Убью всех. Кто будет пытаться убить меня? Просто так ничего не бывает. Дверь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Стой, Спайдермен, тебе плохо? Заходи, заходи. Не. Бежим. Это двойняшки какие-то. Какие-то двойняшки. А ну, просто войдите. Просто войдите. Mm-hmm.
ты здесь, ты здесь, ты здесь. А. А, и на это еще время дается, значит, надо подождать. За что меня все убивает? Я же так и никого не убил. Одного только, чувачка. Который зря доверился мне. Потому что мне нужно было сбросить меня. Тебя. 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500. 1600. Чемпион. Теперь этот капитан ракета, который здесь летает, сможет ко мне проникнуть, но не так быстро. Поэтому плюс 5000. Ах ты ж. Ах, ну все. Эй. Кэш, давай. Я верю в тебя, Кэш, собирайся. Понятно, это не лучший способ. Так, так, так. Дроппер! Дроппер! Мега дроппер! Чё, мое задание сделал? Ой, убей флэш. Ой, где флэш? Ой-ой-ой, да не хочу я тебя шандарахать! Да... Его спит. Теперь просто... Мне бы спид был быстрее. Вам Малива. Малива. Хил флэш. Килл флэш. Килл флэш. Килл флэш. Килл флэш. Килл флэш. На. Спид мне очень пригодится. Спид. Спид, 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 спид. Ох. Я стал быстрее и стал умней. Флэш. Флэш. Хоба, хоба.
Хоба! Я просчитать у него точку, которую я могу задеть. Оба. Например, оба. Хоба. Нетушки. Нетушки. Флэш. Флэш, нетушки. Считается мне? Видимо, нет. Не, лучше сначала дроппер. Чтобы быстрее все было. А ты дроппер что, сломан? Нет. Просто очень медленно делает. Три вот этих вот. И один этот. Спит. Калачи. Да ладно. Еще кого-нибудь убить. Хоба. А кого еще-то? Кого? 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 Хайлорен. Флэш. Ой-ой-ой. Будь спокоен. Я не могу быть спокойным. Я просто буду быстрее. Так, стены за 7, 8, 10. Стоп. Что ты здесь делаешь? Топ-тин, вы уже... хватит, хватит. Ладно, мне надо успокоиться, поэтому на этом мы закончим. Мне надо успокоиться.